Информация, которую подготовили журналисты телеканала «Панорама ТВ», входящего в наш медиахолдинг. 17 апреля отмечается во всем мире как Всемирный день денег. В нашей стране собственные монеты стали чеканить только в конце 10 века. Изначально в качестве материала использовалась медь. Купюры появились в нашей стране при Екатерине II. В ближайшее время нас ждет очередная трансформация платежных средств. Жителям России предложат завести цифровой кошелек. Как нам рассказали в региональном отделении Сбербанка, каждый гражданин сам будет решать, в какой форме хранить свои сбережения – в купюрах и монетах, в безналичной форме или в цифровом формате. Последний откроют для каждого физического или юридического лица на портале Центробанка. Доступ будет возможен в любое время суток. Пользователи смогут делать переводы, совершать покупки при помощи специального приложения вне зависимости от банка, выдавшего карту. Центробанки отмечают, что цифрового кошелька намного выше уровень безопасности, а кроме того, повысится прозрачность всех транзакций. Как только апробация этого процесса пройдет и кредитная организация на реальных денежных средствах начнут переводить, и Банк России удостоверится, что все это работает по тем правилам, которые мы установили как Банк России, и по тем правилам, которые закона, которые в нашей стране находятся, тогда будут рекомендации, как открыть каждому гражданину цифровой кошелек. Он будет у каждого гражданина один единственный, нельзя будет открыть 10 кошельков. И можно будет переводить денежные средства посредством этого кошелька на любые банковские счета в любой кредит организации, переводить их в наличные денежные средства. Это все по желанию каждого гражданина индивидуально.